Здравствуйте, это канал Максимация, и мы... Я вас снова поздравляю с Хэллоуином, и мы продолжаем отмечать Хэллоуин в Angry Birds Seasons. Сегодня мы будем играть во второй хэллоуинский эпизод. Хэллоуин называется он. Хэллоуин, а тут у нас Хэллоуин. Что созвучно со свиньями у нас. В этом эпизоде у нас играет вот такая музыка, и... Здесь у нас такая зеленая атмосфера, а не оранжевая. В принципе, тоже выглядит хорошо, мне нравится. Помимо оранжевых тыкв, которые здесь будут появляться реже, тут появились вот такие черные тыквы. Я, наверное, на экран размещу черную тыкву специально под этот эпизод, который больше будет подходить. Специально под тематику. Блин, а зачем я в тыкву в эту целюсь вообще? Мне же надо в свиней. Ох, что-то я запутался немного. ...2011 года эпизод. Предыдущий 2010, а этот 2011. О, отлично, сдох. То есть, как раз таки вот второй хэллоуинский эпизод. Следующий Хэллоуин. Этот эпизод короче, чем Trick or Treat. Здесь всего 30 уровней, а не 45. И также здесь присутствует одно золотое яйцо, которое будет на уровне 2-2. У этих... В отличие от оранжевых тыкв, черные тыквы не просто... Блин, не просто уничтожаются со звуком, они еще и дают взрывную волну, взрывной эффект. Вот так вот было запланировано, что этот взрыв что-то здесь сделает, но... Эффекта, к сожалению, не дало особо. Хорошо. Так, три птицы, три башни. Как раз по одному на каждую. Нет, за 10 секунд сделали. Так, что у нас тут? Давай. А, блин, еще остался же один. Остался, блин. О, черепы появились. Вот я говорил, что в прошлом эпизоде черепов не хватало. Так вот, тут скелеты и черепы добавлены были в этом эпизоде. И это хорошо. Блин, не очень удачно я это сделал. Надо повалить конструкцию эту на них. Вот так, отлично. Ну, тут в некоторых местах, к сожалению, косяки в графике присутствуют, но тем не менее. Какой у нас это уровень? 6. С 1. Присутствует также трава из Эстер Экс эпизода.
А, да. Так. Не дало нам этого здесь эффекта. А, она сама поехала. Блин. Хорош. Нет, одной птицей я не смогу это пришить. Все. Блин, замуровался этот тоже. Блин, иди ты нафиг. Замуровался глубоко. Девятый уровень у нас пошел. А, что, все, кончились, что ли, птицы? Блин, маловато что-то дают нам совсем. Тут тоже что-то сложно. Давайте вот эти применим. Да, они в неудобных местах заспаунились они. Особенно последние. Господи ты, боже мой. Еще одна попытка. Так. Да блин, еще, на этот раз еще хуже, чем предыдущий. Потому что две теперь за пределами постройки, а не одна даже.
ты нафиг. Какой уровень? 11. Блин, сложно всех уничтожить одновременно. Господи ты, боже мой, а. Да блин, ты прикалываешься, что ли, а? Чё в одном месте-то все? Вот так получше. Каменная сверху. А внизу динамита 2. Так, теперь удачно попасть бы. Так вот, и как раз плохо, что неудачно я попал сейчас. Да блин, а! Да уже раздражать начинает. Я просто второй, сразу после 3 кор 3 сразу записываю этот эпизод.
А я немного приуставший после предыдущего. Длинный он был. 14-й, первое. Почти половина пройдена. Да блин, а. Я заколебался уже. Ну-ка, давайте так сделаем. Ну, 100% точно не будет. Мало разрушений. Да какой? Чуть больше 50. 60. Господи. Так, 2-1. На следующем уровне должно быть золотое яйцо. Так, вон оно там лежит, за камерой. Видимо, надо, чтобы туда улетели какие-то камни вот эти. Я бы других вариантов не вижу. Туда можно было бы чаком долететь, но его нет. Да блин, я не знаю, когда туда долететь. Яйцо мы сыграем в... Блин, в конце выпуска. А пока продолжаем. Впереди еще 13 по уровню.
Сложно, сложно что-то. Кончились. О, новый уровень. Дерево. Нифига себе, он отлетел, блин. Хорошо. Что-то взрыв не дал хорошего эффекта совершенно. А как я в того попаду? Так, вот так делаем. И вот так. Не, не помогло. Почти. Господи ты, боже мой, а. Остаются тем.
Так, какой? 8 уровень. Осталось уже почти что не так много. Надеюсь, эти уровни пролетят быстро. Потому что я уже заколебался сегодня. Окей, 3 звезды. Не полный скелет. Что-то взрывать надо. Так, прицел дайте мне. И то я что-то сомневаюсь, что это сильно поможет, потому что сейчас вот в эту попадет, ну... Намудрили. А, хорошо раскромсало скелет, блин. Электричеством просто ничего не осталось. 10 уровень, 6 осталось. Цел снова. Блин, жалко, второй не удержал. Было бы красиво, если бы он 2 держал. Толку не так много от этих звездных коробок. Каменное все, а нам красных птичек дают. Ну, нормальненько так. Туда камень упасть должен. Других вариантов быть тут никаких не может. Но камень не упал. А теперь упал. Хорошо. Yeah.
Толстопузный скелет с тыквой. Забавно, забавно. Хорошая идея была додуматься до этого. Хотя, если бы он носил тыкву огромную с рожицей, это было бы более устрашающе. Туда нету возможности никакой. Туда попасть я никак не мог, четко. Не хватает у него высоты. Тринадцатый уровень. Осталось еще три. Этот и еще два. В смысле. А, ну еще золотое яйцо, конечно же. Куда же без него? Четырнадцатый. Так, тоже большая постройка здесь. Но мы это прошли, слава богу. Ну и последний уровень, наконец-то. Что-то я читерил много, что в том эпизоде, что в этом. Так, один остался. Отлично. Прошли этот эпизод. И получили череп, подарок, на главный экран. А вот золотое яйцо. Что нам нужно сделать? Уничтожить вот этого вот. Костюм привидения. И запустится вот такая вот косилка странная, или дробилка. Которая просто все будет уничтожать на своем пути. А потом он взорвется. Самоуничтожение, которое из-под земли вылезло. Прикольный уровень. Ну что ж, прошли мы с вами сегодня эпизод Хэмоуин. Надеюсь, вам понравилось. Хотя я много, конечно, читерил. Надеюсь, что завтра мы с вами продолжим. Мы пройдем эпизод Haunted Hogs и... Invasion of the X Snatchers.
Надеюсь, у меня будет больше сил, и я там буду гораздо менее уставший и более в силах. На сегодня все. С вас подписывался. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой лого канал. Свадьбу группу ВКонтакте. Еще раз всех с Хэллоуином и всем пока.